Впервые во Владивостоке проходит Всероссийский фестиваль хорового искусства – Дальневосточная хоровая олимпиада. Музыкальное событие объединило более 1000 вокалистов. Лучшие коллективы страны поднимают планку мастерства. Репортаж Екатерины Шеляновой. С морской волной слились сотни голосов. Первая хоровая олимпиада на Дальнем Востоке впечатляет своей географией. 80 хоров представляют Камчатку, Якутию, Приморье, Забайкалье, Хабаровский край и культурные столицы России. Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород. В Владивосток приехали лучшие хоры страны. Они задают тон. Например, московский детский хор «Весна» знакомый публике своим неповторимым звучанием. Смотр – это всегда возможность представить свои лучшие творческие качества. И наша задача не только определить лучшего, но и посмотреть, в каком состоянии сейчас находится наше хоровое исполнительское искусство. И важен олимпийский принцип – не победа, а участие. Для Приморья это первая олимпиада, но для многих участие в подобном событии – дело знакомое. Академический хор ДВФУ под управлением Елены Петуховой выступал на всемирных европейских хоровых играх, завоевав золото и серебро. С трепетом и боевым настроем участники всех возрастов готовились к конкурсным прослушиваниям в лучших залах Владивостока. Так как тут много специалистов, у которых, например, разные, например, распевки, разные способы, там вот это все. Больше как накопление опыта. Мы хотим в следующем году поехать в Москву. Я сам учился в музыкальном колледже, в оперном пении. За 4 дня участники смогли показать все, на что способны. Их оценивали ведущие дирижеры и композиторы страны. Техника исполнения, слаженное звучание, музыкальное выразительность и соответствие стилю произведения – таковы главные критерии вокального мастерства. Самое главное событие в том, что мы можем послушать друг друга, посмотреть друг на друга, кто что поет, кто как поет. Это же такая, знаете, творческая лаборатория, в первую очередь. Вот эти все дипломы, победы, не победы – это важно, конечно, для участников, но мне кажется, что важнее все-таки вот эта лаборатория, учеба друг у друга. Такого колоссального подъема, такой колоссальной энергетики, которая сейчас здесь ощущается на острове Русском, это очень редко, когда можно увидеть. Так что огромное спасибо всем организаторам, прежде всего Елене Александровне Петуховой, которая является и вдохновителем, и душой, и сердцем, и мотором этого великолепнейшего. Она и придумала великолепнейшее мероприятие, великолепный конкурс. И дай бог, чтобы это продолжалось, эта инициатива, чтобы поддерживалась и дальше, и дальше. Хоровое пение – искусство особенное, оно объединяет вокалистов на одной сцене и народы, живущие на одной земле. А певческая олимпиада дарит возможность каждому участнику получить новый опыт и открыть новые горизонты для своего творчества.